Здравствуйте, здравствуйте. Вот сейчас буду вам показывать это красное село. Конец тут. И вот такое огромное здание построено. Называется психоневрологический диспансер. Сейчас буду вам показывать. Это очень огромная территория. Вот сюда надо народу. Сейчас хочу просто показать, там вот деревня какая-то вдалеке. Вот там она. Деревня. А сейчас пойдем по этому психоневрологическому диспансеру. Территория очень огромная, так что больных много. Абсолютно новое, приновое здание Бехтерева в Питере в плачевном состоянии. А это вообще... Это что за здание, знаете, да? Да. Ну и что это? Интернат психоневрологический. Угу. А сколько туда надо людей привезти? Вы не задумывались, чтобы такой диспансер построить современный? В смысле пациентов? Или... Ну, конечно. Это значит, судит о том, что это государство такое, что столько больных. Вот я знаю Бехтеревку, там в плачевном состоянии она находится. Ничего не делается. Вообще ужаснейшим. А это построить такое современное здание, это значит, сколько туда народу надо привезти? Так бы и посчитал. Так это построено еще было в советские времена, по-моему. Да, ну, вряд ли. Конечно. Я не верю. Давно здесь. Да? Да. Я мне... Это вот тот вот корпус. Вот подстроен, тот корпус, да? Это построено совсем недавно, несколько лет назад. А вот это как бы еще у советов было построено. В советские времена, да, конечно. Да? Это вот забор новый. А построен. Там у них как бы административный корпус, что ли? Нет, там не административный. Там для кого-то специально, то ли для... наркозависимых, то уголовников каких-то которые на этом самом. В общем, полно, да, больных людей получается вот в нашей стране, да? Ну, здесь же в основном, я так понимаю, ну, полно. Разве это много? Ну, как немного? А сколько в городе психиатрических больниц? Ну, что-то, значит, я не знаю, почему, значит, что-то не работает в государстве, что столько людей больных. Это есть же причины на это, все-таки, чтобы вот содержать такие вот заведения? Не, ну, это же было всегда, другое дело, по статистике, какой процент от общего населения. А вы здесь давно живете-то? Ну, вот в новом районе, когда там, 10 лет назад. 10 лет уже, да? И сколько ваша квартира стоила в свое время? Вы, наверное, за деньги же покупали или нет, бесплатно? Ну, где-то 2 миллиона. 2 миллиона, да? Да. Сколько, 2 комнаты? Одна. Одна, 2 миллиона. Такие дорогие здесь квартиры, да? Ну, дорогие, конечно. Да. 2 миллиона же. Это. А ездите как вы на автобус? Маршрутка. Маршрутки, да? Ну, работаете вы еще? Работаю. А что вы делаете? Ну, на радио работаю. На радио? Да. А, вот здесь в этом Красном Селе, да? Есть? Нет. Нет? А. 5-й канал, Петербург. А, на радио, там, на 5-м канале. А что вы там, это какую-то рубрику ведете или просто? Нет, фонотека, техническая. Техническая, да? Угу. Ну и как там это, он еще существует, этот 5-й канал? 5-й, да? Да, 5-й канал. Ну, в свое время, знаете, на этом канале там проходили дебаты такие у вас очень мощные по выборам. Ну, он был государственный до 98-го, потом частный стал. А что, привлекаете сами, да, что? Репортажи? Репортажи сами привлекаете? Ну, кто деньги-то платит? Или рекламы? Реклама, конечно. Только реклама, да? Ну, а за счет чего же, конечно. Ага, сейчас все средства массовой информации за счет рекламы. Только за счет рекламы живут, да? Ну, конечно. А кто же будет? Ага. Не, ну, кроме государственных, там, Первый канал, там, Россия, они, конечно, на дотации. Это я вчера, знаете, слушала про немцев, там, у них 2 канала, люди обязаны за него платить, ну, за своих доходов. В общем, 2 канала должны народ содержать обязательно. Какие, я, конечно, не запомнила, но, в общем, 2 канала это просто. Говорят, а смотреть там нечего, все неинтересно, фильмы неинтересные, в общем, все неинтересно. И потом еще интересно, знаете, они, я одно слово забыла, они говорят, раньше русских называли, ну, как бы, водка и медведь. И еще какое-то слово было, но я вообще забыла. А сейчас водка, медведь и Путин.
Еще раньше немцы говорили, откуда ты говоришь, из России, они говорят, а теперь говорят, о, уже. В общем, мне очень-то тяжело выживать, кто уехал, наши эти, ну, немцы-то русские, которые туда. Германия? Да, эти выживать, конечно, ну, сначала очень. 10 лет потребуется, говорит, чтобы вот нормально интегрироваться в их общество. Не, ну, да? Конечно, это когда человек уезжает ребенком еще, это одно. Да. Язык надо знать, много чего это самое, чтобы начать зарабатывать хоть какие-то деньги. Ну, смотря кем он работает, смотря кем. Ну, более-менее, если специалистом, то надо много. Электроэнергия дорогая, все время повышаются цены там тоже. Работа хорошая, если приглашают на специальную работу, если это музыкант, если это художник, или если это ученый какой-то, они же приезжают уже туда конкретно, куда их приглашают, они начинают работать, начинают зарабатывать, и все, никаких проблем. Да. Проблемы у тех, кто уже на пенсии, в предпенсионном возрасте. Ну, специальности не те, которые им нужны, так что это самое. Работа вообще, говорит, и есть. Но надо вот суметь это. Или кто не хочет язык учить, к примеру, есть и такие. Да. Ну, без языка там, конечно, ничего не сделаешь, да. Ну, а есть такие, которые вот хотят отсюда перенести свой мир и в нем там вот изолированно жить. Нет, там ничего не получится, ну, изолированно, так, да. Нет, просто у человека взрослого уже сознание стереотипное, костное, и не может не. Да, ну, я все время меняюсь. Какой стереотип? Это совсем другая. Ну, у многих уже. Это из ребенка еще можно слепить все, что угодно. А взрослый он уже сформирован, большинство-то. Они уже думают, что ну не всякий может встроиться, в общем. Туда. Так там что надо меняться, Пятый канал, в общем, практически вы снимаете, а все остальное, всю рекламу, да, ищите рекламу, да? Ну, дело-то в том, что телевидение – это телевидение, а радио – это радио, вещи-то разные, я на радио работаю. Оно сейчас радио-то стало не такое популярное, как было-то в свое время. Ну, потому что на третьей кнопке. Ага. А это что такое? Третья кнопка. Вот третья кнопка – переключатель приемника, да, было на первой кнопке, оно работало на каждой кухне, без всяких переключений. Да. А сейчас в таком радио, проводном, работает Россия. То есть из Москвы все это вещает. И мы, естественно, уже стали вот. А вы как бы придаток, да, Москвы, да, получается? Да? Получается, да, что в этом городе радио городское не нужно, оказывается. Ой, как мы его любили, слушайте, это мы без радио вообще, у меня ребенок прослушал море спектаклей, он вырос на этом радио, это для него это все, а сейчас действительно это самое, потому что там слушать нечего, вот эта музыка, потом такая, неинтересно все, поэтому я даже отказалась. Правильно, но наше, если радио поймать, есть у кого трехпрограммник есть, на УКВ у кого можно поймать. А как у вас получается, вот эту кнопку человек нажал, и за это он получаете вы деньги, да? Или как? Или... Нет, почему? Просто, это, ну, как, с чего у вас популярность, что вы вот это, народ смотрите, ну, я вот никак, просто никогда не понимала, что ну, это реклама. Такое. Реклама, ну, как только реклама, бюджет, да? Бюджет компании, он много из чего формируется. Реклама, они много начинают. А не то, что вот мы нажали кнопку на вас, и вы за это деньги. Нет, это все ерунда, да? Ну, они как бы проверяют популярность. Вот есть у них рейтинг, да? Это... Ну, рейтинг, да, ну, а как они это проверяют, трудно а сказать. А что толку-то, если они проверяют? Все равно надо деньги откуда-то, чтобы шли. Нет, ну как? Дело-то в том, что... Если рейтинг есть, тогда и реклама пойдет. Компании, которые размещают рекламу, они же смотрят о том по рейтингу. Ага. Чем выше рейтинг, тем им интереснее разместить рекламу. Ну, но чем да. выше рейтинг, опять же, тем реклама дороже. Ага. Поэтому из этого и как вот бы бюджеты вот, да? формируются. Ну, еще я такой вопрос задаю, потому что я сама сижу на Ютьюбе. И вижу, как там деньги получаются. И просмотры есть, комменты есть, значит, ты что-то получишь. А если ничего нет, так и кто к тебе пойдет и тебе рекламу будет? Ну ладно, вот здесь я закончу.